Всем привет, дорогие друзья! Мы снимаем обзор на новинку от компании Эльбомбер. Кальян Сюрикен. Данный кальян мы анонсировали только на выставке Hookah Club Show 2022 года и нигде, в никаких социальных сетях больше не показывали. Предлагаю не медлить, распаковать данную красоту и уже посмотреть, что же там внутри. Засучим рукава и откроем новинку. Давайте с вами откроем. Вау, что мы видим? Пока ничего не видим. Верхний слой ложемента уходит и... Как мы можем видеть? Это малютка кальян. Аккуратненько, если мы вот так оба уберем ложементик, мы увидим остальные части. И что же мы видим? Это необычное блюдце, это... Так, что это у нас? Мундштук не такой, как в других моделях, просто обычный мундштук, без каких-либо излишеств, с гравировкой Эльбомбер. Выглядит достаточно стильно и лаконично, как я говорила ранее, лаконичность, она всегда будет актуальна. И обратим внимание на саму шахту. Если можно так назвать, это очень короткая какая-то маленькая микрошахточка. И... Давайте постепенно будем собирать ее погружная часть. И также имеется съемный диффузор. Курите, как вам больше нравится, с диффузором, без диффузора. И хотелось бы еще обратить внимание, там есть гравировка. Там написано Smoke in the Sky. Такая же надпись есть на коробках Эльбомбер. На всех такой эдакий слоган компании. Ну, конечно же, как не обратить внимание на дизайн? Давайте с вами соберем блюдце, если можно его так назвать. Выглядит очень нестандартно. Если было бы какое-то обычное блюдце, мне кажется, не выглядело бы так круто. Сюда можно как-то щипцы, так, и все так лаконично и практично. Ну и давайте все-таки прицепим коннектор. Коннектор шланга. Коннектор шланга отличается от других моделей. Он здесь пластиковый на о-рингах. Поэтому и отличается от других, потому что везде он магнитный. В целом, в сборе он и похож на вот этот сюрикен метательный, это ну, он же форма звезды, да, получается? Я почти японец, который метает сюрикены. Я предлагаю продолжить распаковку далее и понять, что же там дальше есть в коробке. Ну, убираем ложемент. Это все по стандарту, как и было у других. У нас есть уплотняшки. Уплотняшки отличаются от тех, что были в предыдущих моделях. Оп, тяжело доставать. И тут просто идет вот такая юбочка, и все. Так, уплотняшки как уплотняшки. Наверное, технологически так лучше, круче, не знаю. Посмотрим, как будет куриться. И также в отдельном мешочке у нас идет шланг. Но шланг у нас идет не запакованный вместе с блюдцем, как в предыдущих моделях Эльбомбер, а просто вот в таком зиплоке. В целом тоже это неплохо выглядит. Вот мы с вами забили вкуснейшую чашечку, поставили уголечки, все разогрелось, все дымно, сочное. И я предлагаю посмотреть на продувку, а также обратить внимание на детали дизайна, как это смотрится все в целом вместе. Продувка, по-моему, выглядит просто шикарно. Она идет из основания шахты, но так как шахта короткая, плюс идет декоративная часть заостренная, и выглядит это достаточно прикольно.
Не знаю, мне кажется, это очень необычным. И хотелось бы еще обратить внимание на вот такие маленькие детали, отверстия. Они тоже добавляют такой изюминки кальяну. Хочу, все, себе такой домой. Также давайте посмотрим, как можно закрепить щипцы, чтобы они не лежали на столе. Есть вот, если брать щипцы Эльбомбер, естественно, можно повешать. Вот, примерно вот так это будет выглядеть. Либо, я считаю, функционал позволяет положить их вот так. Не знаю, насколько это будет удобно, практично, кому как удобнее. Но мне удобнее, допустим, вешать их, чтобы они не мешали никак на блюдце. Ну и давайте обратим внимание на само блюдце. Также вот маленькие детальки присутствуют, как у Нюрнбургринга. Выглядит очень стильно. Ну и, естественно, такие же детали есть на самой шахте. Также кальян очень компактный. Можно его брать с собой. Естественно, благо позволяет коробка. Брать его куда-либо. А также, мне кажется, это хороший вариант для заведений и для заведений, которые дают кальяны в аренду, потому что легко транспортировать, и также он не будет занимать много места. Плюс выглядит сильно. Также мы решили сделать вам подарок, устроить небольшой конкурс. В комментариях под видео напишите, сколько же будет стоить данная модель кальяна Сюрикен, и кто угадает стоимость, либо будет приближен к истине, если можно так выразиться, тому мы подарим абсолютно новый, запакованный, ни разу не пользованный кальян Сюрикен. На этом все. Обзор наш подошел к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, хотите что-то узнать подробнее, может, поближе показать вам какую-то детальку, вы можете оставлять также это в комментариях и на нашем телеграм-канале. Мы вам уже все расскажем и покажем. Ждите новых обзоров, новых новинок. Пока! Сюрикен.